тиранию царей, и сейчас народ будет сам управлять своей судьбой. Да здравствует народная власть! Ура! Ответ! Живет народ, не имея права слова сказать о своих нуждах, о своем горе, о своих несчастьях. Да здравствует освобожденный народ, товарищи! Ура! Где ты бегаешь? Тетя Варя, там такое творится! Ой! Ах ты, чертенок! Климка, беги на перрон! Подходит. Один момент. Прими заказ, Владимирович. Раз. Большая, раз, малая. Толстый контраст. Толстый контраст. Ландетик раз. Ландетик раз. Водочка раз. Водочка раз. Водочка большая раз. Большая раз. А, благодарю. Нет. Большая, раз, малая. Рядом их! Папка! Воды! Цыпленок два раза. Цыпленок два раза. Сюда крас. Сюда крас. Одна большая. Одна большая. С третьего стола. Ага. Понес. Потух. Сегодня так пройдет. А завтра по морде получишь. Понял. Вторые сутки досмотри, чтоб самовар не затух. А то опять по морде получишь. Что-нибудь, да? Ничего не случилось. Что это на тебя сегодня нашло? Тяжело мне здесь, Климка. Почему я небольшой и сильный, как брат мой Артем? Если бы сила была, избил бы этого хозяина и Прошку. Тише ты, услышу. Ну и пусть слышит, пусть слышит. Уйду я отсюда, все равно уйду. А я останусь. А на вокзале народу сколько? Так,
Могу я видеть официанта Прошку? Прошку! Точки раз! Вот винять до конца третьего стола! Петринку приготовьте! Все, с провансаля, первый раз, после два! Это Артем, брат Павки. Тебе чего, деревня? Это ты Пашку бил. А что? Ты меня бей. Вчера приехали. Значит, смена власти будет. Факт смена. Эй, лопни мои глаза. Партизаны. Эй, хлопцы мои, дайте воды напиться. Сережка, воды. Ваня, воды. Здрасте. Здрасте. Здорово. Какая власть в городе, хлопцы? А никакой власти у нас нет. Сама оборона у нас власть. Дайте воду. А вы кто такие? Красный? Много знать будешь, скоро состаришься. А бабан-то видать. Чего видать? Что красный. Ну, допустим, красный. Теперь ваша власть будет. Нет, ребята. Немцы идут.
Как взяться? Голыми руками не возьмешь. Зачем голыми? Тыщенок 20 винтовок народу роздали. Слушаю. Господин германский офицер хотят узнать, как ваше имя и фамилия? Белоус Иван. А, так само ты отвечай. Пономаренко Иван. Так вот, Белоус Иван и Пономаренко Иван. Если вы хотите сохранить свою дорогую жизнь и повидать ваших деточек с вашими супругами, то просит вас господин германский офицер сказать, где вы попрятались с большевиками оружие. А? Так что же вы, по земле желаете ходить или на столбах висеть? А? Nun, hat die Bandaus gesagt? Nun, sie sagen sowieso nichts aus. Erschießen. Zu befehl. Значит, царство небесное вам, да? Все, что представляет ценность, должно быть взято. Все, что можно есть, должно быть вывезено. Помните, господа офицеры, что страх парализует сопротивление. Внушайте страх. Действуйте. Здравствуй, Сергей Петрович. Здорово, Федор Иванович. Здорово. Здорово, Федь. Здорово, Артем. Здорово, Федор Иванович. Здравствуй, папаша. Здорово, Федя. Павка, глянь-ка. Матрос. Он. Паром сидит, банды. Аухейвен. Слухаю. Господин германский офицер просит вас... Стой! Сынов, плохо наше дело будет. Как взяться? Meine Majestät! Kaiser Wilhelm II. Schickte uns hier, um Ordnung zu schaffen. Wir haben hier eine geheime Mission zu erfüllen, unsere Kultur und Zivilisation in überzuheben. Es gab keinen anderen Krieg in der Geschichte, außer der Krieg der Zivilisation und Kultur gegen die Barbarei. Widerstand gegen uns heißt Widerstand gegen die Vernunft. Übersetzen Sie. Слушай, так вот, то и, кажут, давайте паровозы, говорят, нужно Германию кормить. Wir deutsche Soldaten kamen hier nicht als ihre Feinde. Wir sind ihre Freunde. Sie wollen ihr Barbarenland
in ein zivilisiertes Land zu verwandeln. Und Sie müssen das verstehen. Sie müssen arbeiten, Tag und Nacht arbeiten, um uns in unserer Mission zu helfen. Wir werden den Bolschewismus aus Ihren Köpfen ausrotten, hinausschmeißen. Überlassen Sie. Большевиков, говорит, слушать будете, всех вас побьет до одного. Стройсь! Шел на работу! Пошел на работу, говорит! Стройся, говорит! Слыхали? Идите! Пошли до дому! До дому! Пару домой! Который курит папироску. Когда красные отступили, он у них для агитации остался. И оружие себе не раздавать. Хинзель! Инна! Чего ты галдишь? Так вся рыба разбежится. Скажите, пожалуйста. Вы бы, барышня, ушивались куда-нибудь отсюда, что ли? Я не подумаю. Ну и сидите, места не жалко. Кто это? Донька Туманова, дочь Есенича. Она учится в Киев, вот, на лето приехала. Лорелея. Хорошенькая. С изюмом. Романтичная особа. Познакомь меня с ней. Она ломака. Задается на макароны. Ломака? С женщинами надо уметь обращаться. Познакомь. Здравствуйте, мадемуазель Тумана. Здравствуйте. Позвольте вас познакомить. Мой приятель Виктор Лещинский. Бог. Мы вам не помешали? Может, нет. Вы мечтаете? Нет, пока только наблюдаю, как рыбу ловят. А почему вы сами не ловите? А я не захватила с собой удочек. К вашим услугам. Мерси. Но мы будем мешать. Кому? А, одну минуточку.
Проваливайте. Ну, быстрее, быстрее. Ну что, уйдешь? Ну, держи. На. С тобой встретимся, Корчаги. Ладно. Где вы так научились драться? А вам что за дело до моей драки? Вот это был удар. А говорят, вы хулиган, профессиональный забияка. Это ваш Виктор сволочь, панский сыночек, барышня в штанах, душа из него вон. Ну зачем же вы так ругаете? Таких только кулаками и учат. Ну, как нехорошо. Прощайте, барышня, мне домой пора. Ничего не понимаешь. Ведь этот Кухаркин сын оскорбил девушку из хорошей семьи. Я вынужден был вмешаться. И, конечно, этот хулиган Павка Корчагин, он не будет больше приставать к девушкам. Но я вот поскользнулся и... Ну, конечно, ты хорошо поступил, но... Ну, ты же мог утонуть. Да. Но я поступил как мужчина. Ну, хорошо, хорошо. Иди переоденься. Переоденься. Черт знает, что такое, это черт знает, что такое это варварство. Стрелять по дорогам, за деревьями, за кустов, по дорогам, по которым движется армия императора. Это черт знает, что такое. Сойн фольк, сойн ланд вас, умер Хартесья, вас умер Хартесья. Вы знаете, что такое корова? Виноват. Корова. Корова? Домашние животные. Вас? Животное, животное, антумы, свинь. Нет, не животное, а мясо, молоко, масло. Курица это мясо, свинья это мясо, а мясо кушают. Кушают, да или нет? Так точно, едят. Едят, едят. Кто это делает? Кто уничтожает? Это ваши, ваши? Никак нет, цены наши, це партизаны. Немецкий военный словарь не знает слова партизан, не знает. В немецком военном словаре есть слова этот дебрекизирован. Это принадлежит германской армии. Есть слова, вы будете расстреляны. Есть слова, вы будете повешены. Понятно? Так точно. У вас кровь, господин комендант. А в тюрьме у вас безобразие. Не те сидят, кому следует. Сейчас принесу. Корчак. Витенька, Витя! В мастерских на всех стенках объявления. У кого оружие непременно несть. Ну, я говорю, что не было у меня никакого оружия, сейчас нет. Пугач во дворе у кого найдут, на месте кончает.
пришли в чужую землю и разбойничают ироды. Надо смотреть, что папка чё в дом не принес. Найдут меня, первого расстреляют. Гостей принимаете? Заходь, Петр Иванович. Здоровенький был, ведь? Здравствуйте. Хочу у вас на якорь сесть. Можно. Мама, соберите человека обед. Нет, обедать не буду. А чайку бы хорошо. Эй, кавалер! Давай-ка от нечего делать умоемся. Кровь? А без крови как же? Без крови, брат, дела не делается. Третий день гоняется за мной, как за зайца. Один уж было штыком пырнул, да не повезло ему, бедняги. Федор Иванович. Чего? Ты кто? Ну, допустим, раб Божий. Федор Иванович, ребята здорово сомневаются, сдавать немцам оружие или нет. А. Ну вот скажи, пожалуйста, напал на тебя человек, убить хочет. Ты что ж тому человеку так все и выложишь? Оружие отдашь, пиджак сними, шею подставишь, на, режь. Так что ли? Значит, чтоб не сомневались. Селенки не хватит, что ли? Селенка-то есть. Только вот, Федор Иванович, я плохо понимаю в этих делах. Помочь надо? Помогу. Немцев бить будем? Как все, так и я. А ты впереди всех. Федор Иванович. Чего? Кто ты? А ты как думаешь, а? Я думаю, коммунист или большевик. Заметь себе одно и то же. Это во-первых. Во-вторых, каждому встречному и поперечному болтать об этом не советую. Я не болтаю. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Чего это? Я тоже раб Божий. Только вот я стрелять не умею. А это мы научим. И в кого стрелять научим? Машинист Корчагин где живет? Ну, мы. Пошли. Куда пошли? Военный эшелон повезешь. Хворый я. Что? Болен. Для больного доктора имеем. Ну-ну. Пришли. А ну-ка, раб Божий, поди-ка сюда. Нам, брат, с тобой подумать надо. Thank you.
господин Зинин. Рапольхайм подрочный каяп. И продатен зи. Говорят, чтоб скорее. Мамости вихти кайдан омштанда фрештен. Позерца фордану да командо. Продатен. Говорят, чтоб вы были сознательны. И командо кан стрэнг зайн, им фалле с белоусов. Абер зи кан офтангбар зайн. И продатен. Ивана Белоуса, говорят, шлепнули, а вам будет благодарность. Так. О. Жухрай говорит, не езжай. Ну, смирение везешь. Повезешь, когда штыком в спину толкают. Белоуса убили, не повез. Брось. Брось душу мотать. Здравствуйте. Здравствуйте. Вас как зовут? Павка. А меня Тоня. Вот мы с вами сегодня и познакомились по-настоящему. Давайте разговаривать. А о чем же мы с вами говорить будем? Ну вот почему вас зовут Павка? Это некрасиво звучит. Лучше Павел или Павлуша. Я вас так буду называть, хорошо? А это оба двойнича. Читали? Нет. Хотите, я вам прочитаю о мужестве, любви и смерти. Хорошо? Дорогая Джемма, завтра на рассвете меня расстреляют. Чтобы сдержать обещанное и все тебе сказать, я должен сделать это сейчас. Но в сущности нет нужды в данном объяснении между нами. Мы всегда понимали друг друга, даже когда мы были детьми. Есть у меня, однако, еще одно желание. Человек, идущий на смерть, имеет право на последний каприз. Мой каприз в том, чтобы объяснить тебе, почему я всегда был так строптив по отношению к тебе. Почему я так медленно мирился со старыми обидами. Конечно, ты сама понимала причину, но я высказываю ее, чтобы иметь радость написать эти слова. Я любил тебя, Джемма, и я продолжаю любить тебя до сих пор. Вот и все. Прощай, дорогая. Его расстреляли? В конце было приписано четверостишье, которое они учили еще вместе с детьми. Живу ли я, умру ли я, ямошка все ж счастливая. Ямошка все ж счастливая. Хотите, я вам дам прочитать эту книжку? Мне пора. Я тоже с вами пойду. А я бегом, вам не с руки.
Почему? Побежим вместе, кто быстрее. Ну куда вам за мной? Раз, два, три, догоняйте! Все равно догоню! Что, попалась птичка? Меня еще никто догнать никогда не мог. Почему у вас такие дикие волосы? Вы их, наверное, никогда не стрижете и не причесываете. А я их начисто снимаю, когда отрастают. Что с ними делать? Вот, сейчас совсем другое. А волосы надо красиво постричь, а то вы как бирюк ходите. Вы любите читать книжки? Люблю. Пойдемте к нам, у нас много книг. Не пойду. Вам попадет. Скажут, зачем такого обормота привели. Фу, чепуха, пойдемте. Дайте мне новую рубашку. Я заработаю. Я спрашиваю, мы виноваты? А дети наши виноваты? Мы что, звали их судьбу? Наших убивать везет. Thank you.
иди, иди. Освободили матроса, мальчишка в белой рубашке, он туда побежали, держи! Папка, сюда! Мамашу не разбудим? Она у Лещинских белье стирает. Артем с Бружаком из поездки не вернулись. Пошли. За меня шкуродеры всерьез принялись. Сегодня на дороге перехватили немчура проклятые. Знаешь, Петр, я как увижу немца, так и хочется зубами в глотку вцепиться. Отвага в тебе есть, раб Божий. Смел. У нас все ребята смелые. Какие ребята? Сережка Бружак Типографский, Клинка Поваренок, Валя, Сема Зельцер, Степка Жаворонок. Поет? Кто? Жаворонок. Нет, шин прокалывает, сухари вяжет. Какие сухари? Вот на днях немецкий офицер в реке купался, ага. Он ему штаны и рубашку перевязал, ага. Намочил, песочком посыпал. Попробуй, развяжи. Кто? Да нет, я вспомнил, как ты на гайдамака наскочил. Силен. Федор, а ты его здорово как чирикнул. Я даже не видел как, а он лег. А это бокс. Чего? Бокс. Английское изобретение. Не знаешь? Нет. А ну, становись. Левая нога вперед. На правую ногу опираешься. Правой рукой защищайся. Нет, правой защищайся. А левой старайся вдых. Куда? Вдых. Как дашь ему вдых? У него сразу духи выходят. Вот так. Понятно? Нет. Куда? Ну как? Понятно? Понятно. Давай, зови ребят. Ребят? Ага. Сейчас. Миш! Шаде, шаде. Ай, давай, козу. Вот, господин офицер. Господин офицер. Я знаю, кто освободил арестованных. Это сделал Павка Корчагин, самый отъявленный хулиган в городе. Но? Я знаю, где он живет. Аллегрина! Антрекарь! Ничего не вышло. Да голый без штанив и пришел. Да голый и пришел. Ай да жалко. Ну вот что, ребята. Ни шины прокалывать, ни флаги срывать, ни сухари вязать. Немцев убивать надо. Понятно? По всей Украине пожар идет, под немцами земля горит. Скоро польют они кровью своей все дороги, по которым пришли к нам. Понятно? Понятно. Понятно. Только нам нужны не маменькины сынки, а отважные ребята. Дело серьезное, за него можно жизнью поплатиться. Понятно?
Понятно. Ну так вот ваше первое дело. Немцы гудят на всю округу, что нет здесь большевиков, нет здесь больше советской власти. Мы должны сказать всем врагам и друзьям, что есть здесь большевики, есть здесь советская власть. Живет она! Понятно? Понятно! Вот это мы и напечатаем. Эх, черт возьми, жалко, у нас типографии нельзя. Хозяин, понимаешь, как собака над головой стоит. А у нас своя типография. Да ну. А вот тину. Вот. Ух ты! Андай-ка пресс. Бумага. Ловко. Товарищи, не сдавайте оружие. Щерс идет на Шепетовку. Вооружайте сбить немцев. Шепетовский комитет партии большевиков. Это мы комитет большевиков? Ишь, куда метите? Успеете. Вы комитету еще только помощники. Ну, действуйте. Давай расходись. Куда ж вы с копом? Расходись поодиночке. Осторожно. И можно с песней. Ехал казак на виновнику, прощал свою девчиногу, прощай, миленька, чёрна слепенька, я чувствую сторону. Ну, Павел, значит, не сухари вязать. Старайся их поддых. Ну, прощай. Мне надо до рассвета из города выбраться. Федор! Чего? Постой! Возьми. Спасибо, товарищ Корчагин. Шепетовский комитет партии большевиков. Никого я не освобождал. Ничего я не знаю. Ничего я не знаю. Ну, я тебя прижму к локтю, щенок. Вас это щенок? Это цуценят, а? Ау-ау-ау! Ах, сопа! Так точно. А Мальченко! Все, вин? Вин, ваше благородие! Вин, ваше благородие! Вин, ваше благородие! Слухаю. Ну, матроса, ты освободил? Ничего не знаю. Не знаю. Прыщи, собака, лигенгунд. Ну, слухаю. Давай. Ну ты, давай. Да ты что же рубаху рвешь, а? Гад! Подых, 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 подых. Что? Нема, нема! Я.
хороший сволочь. Тебя убивать надо. Два раза. Нет, три. Тебя за что? За что тебя, сынок? Ну что ты его тревожишь? Мальчонки, может, на свет смотреть не мило, а ты трещишь. На, покури. Не курю. Ты брат машиниста Корчагина? Никого я не знаю, ничего я не знаю. Били? Нет. Чего ж ты, девочка? Чего? Кто тобі приснився? Присниться? Присниться. Дій Бо присниться. Я вас знаю. Вы Долинник. В прошлом году на станции вы кричали: держитесь большевиков, они не предадут. Не знаю, не знаю, ничего не помню. А об Артеме вы слыхали что-нибудь? Хороший у тебя брат. Хороший. А он жив? Жив. Ловко-то у тебя с Жухраем вышло, да? А наверху ты об этом ничего не говорил? Нет. Били? Били. Плакал? Нет. Хорош. Страшно. Страшно. Боишься? А вы боитесь? Боюсь. Боюсь дешево продать то, что называется жизнью. Хорошая штука – это жизнь, черт подери. А у революционеров должно быть страстное желание жить, бороться и побеждать.
Но нужно пробовать жить, даже тогда, когда жизнь становится невыносимой. А если умереть, то достойно умереть. Маленник. Поверьте мне, Толя, что с вашим Павлом Корчагиным ничего не случится. Но почему же вы все-таки донесли на него? Ведь это же подло. А по-вашему, не подло напасть на конвоир? Потом, я не понимаю, Толя, почему судьба этого негодяя так волнует вас? Сами вы негодяи, Виктор. Толя! Толя! Стойте. Я на коленях готов молить вас о прощении. Но поймите, я люблю вас. Последнее слово, которое я произнесу в своей жизни, будет ваше имя. Поймите. Я постараюсь сделать все, чтобы Павел Корчагин получил по заслугам. Негодяй. За какую конягу? Чья коняга? Забирай свои манатки, марш отсюда! Ах, безобразие! Ты за что сидишь? За торговлю, батюшка, за торговлю. А какая торговля? Комендант 4 бутылки самогона взял. Я просила, чтобы платили, а меня посадили. Давай, не убирайся, к черту! Ах, кого понасажали, ну и комендант! Вы что здесь делаете? Ваше благородие! Что такое? Ах, безобразие, головы капустяны! Кого понасажали? Забирайте манатки, марш! Чёрт, твою мать, отсюда! Спасибо. Как безобразие! Ну, а ты что здесь делаешь? Я от седла крыло отрезал на подметке. Какого седла? У нас казаки стояли во дворе. Я отрезал от седла на подметке крыло. Если бы я знал, я... Марш домой! И скажи отцу, что он тебя вздул, как полагается. Ну, пошел вон! Безобразие! Чёрт знает, что такое! Освободили по ошибке. Наверное, уже ищут. Павлуша, милый. Милый Павка, мой родной, мой хороший.
Теперь ты пойдешь к нам, ко мне. Я тебя никуда не отпущу. А если меня найдут у вас, что тогда будет? Я очень устал. Очень устал, Тони. Ребятки! Сережа, Валя! Ну как, Паша? Тише, тише, ребят. Это хорошо, что вы приехали. Значит, Павку вывозить надо? Да, вывозить. Ему опасно в городе оставаться. Так. Ну что ж. Тяжело подпольщики, а? Ух, интересно. Мы уже 3 листовки напечатали. Хочется драться и драться. Отвага у вас есть. Родные вы мои, хлопчики вы мои. Троих наших ребят повесили. Знаю. Не испугались. А мы не боимся смерти. Мы в любую минуту, хоть сейчас, готовы умереть. А зачем же так просто? Кто смерти не боится, невелика птица. А вот кто жизнь полюбил, тот страх погубил. За жизнь надо драться, ребята, за жизнь! За нее и умереть можно. Ай да Павка. Орел. Хорош. Павка. Павка. Сережка. Паша! Артем! Артем! Ну, ладно, ладно. Паша, тебе сегодня же с города удирать надо. Тебя довезут до фронта, а там перемахнешь до наших. До красных. Стреляют. После войны жизнь будет прекрасная. Я очень люблю тебя, Тоня. Павлуша, милый, я люблю тебя. Слышишь? Когда кончится война, я обязательно буду монтером. Если ты любишь меня, я буду тебе хорошим мужем. Никогда не обижу. Это Артем. Мне пора, Тоня. Павлуш, возьми на память обо мне. Живу ли я, умру ли я, Мошка, все ж счастливая.
Мы пришли проститься с тобой, Пашка. Теперь вас останется только трое. Нет, Пак, не трое. Вот, посмотри. Видишь, пока в этих домишках есть ребята, нас много. Вот вчера к нам пришли Роза и Борька, а завтра придут Питьки, Катьки, Клавки, Кольки. Эх, нас не трое, нас много. До свидания, ребята. Разорению и порабощению Украины приходит конец. Разгорающийся на Украине революционный пожар сметет последние остатки империализма с их национальными привычками. Манифест украинского советского правительства, возвращающий крестьянам помещичьи земли, рабочим фабрики и заводы, всем трудящимся эксплуатируемым полную свободу. Этот исторический манифест пронесется громом на страх врагам Украины, прозвучит благодатным колокольным звоном на радость и утешение угнетенным сынам Украины. Но борьба еще не кончена. Победа еще не обеспечена. Настоящая борьба на Украине только началась. Сталин. Убивать их надо. Верно. Уничтожать их надо. И не только Красная Армия, а все, кто может держать в руках винтовку, вилы, топоры, враг злобный. Они уничтожают наши семьи. Детей наших, отцов, матерей. Это не люди, а черти их знают. Мы добро наше уничтожим сами, а врагу не дадим. Мы все вернем потом. Ух! Как вернем? Мы землю нашу кровью своей пропитали. Но и вражеской кровью пропитаем так, что высыхать долго не будет она. Все дороги, все тропинки, по которым враг пришел к нам, покроем их телами. Их убивать надо. Из штаба дивизии Щерса, связной. Ага, хорошо, можете идти. Взводный, продолжать занятие! Иван Петрович. Давайте. Вот это хорошо. Товарищ Семенов, действуйте. Есть. Вам будет... Командир отделения рабочей крестьянской Красной Армии Павел Корчагин. Павка! Корчагин! Чертов сын! Федор Иванович! Хорош! Правильно! А ну давай! Давай! Ну, ну! Ну, брат, полегче! Можешь! Хорош! Возмужал как! Дорогой ты мой! Ну, рассказывай! Да что же рассказывать, Федор Иванович? Ношусь по родной стране. Ездил на орудийном передке, на тачанке.
А сейчас вот на лихом коне. Значит, бьем мы их под дых? Бьем, Федор Иванович. Скоро под Шепетовкой ударим так, что дух из них вон. Знаешь. А у нас бойцы только этого и ждут. Ждут сигнала, чтобы вцепиться в глотку так, чтобы не выпускать. Узнаю Шепетовскую гвардию. Да и наши не дождутся. Вон, смотри, каждого из них ждут отец, мать, сестры, девчата. А у тебя как насчет девчины, а? А, понятно, понятно. Федор Иванович. Чего? Вы о ребятах что-нибудь слышали? А что, ребят, хороши. Типографию поставили. Настоящие подпольщики. Они теперь у немцев в глотке сидят. Хороша гвардия. А их теперь, наверное, много. За большевистской агитацией печатали прокламации. За вооруженное выступление. Валя Буржак 16-2 месяца. Роза Рицман 17 лет. Павел Новосельский 17 лет. Николай Тюжин 17 лет. Степан Жаурнов 16 лет. Сергей Буржак 17 лет. Клим Петренко 17 лет. Самуил Лекар 17 лет. Сара Розенфельд 17 лет. Кирилл Бутенко 17 лет 4 месяца. Приговаривается к смертной казни через повешение. А мы давно приговорили вас к смерти. Вас, господин лейтенант Краузе, сколько вам ни было лет, тебя, тебя, тебя и тебя, всех вас, которые пришли к нам, приговорили мы к смерти. Thank you.
разберем! Корчагин. Корчагин. Павлуша. Федор Иванович. Ага, значит, все в порядке. А ну, девушка, помоги хлопцу. Ему еще драться надо. Погоня! Павлушка, ты опять уходишь? Я люблю тебя. И я люблю тебя. Я иду драться за то, чтобы человек ходил гордый по этой земле. Я иду убивать, чтобы потом уже больше никогда человек не убивал человека. Я хочу, чтобы великая мечта о счастье человеческом стала жизнью. Я иду драться за жизнь, за любовь. Thank you.